Приветствую всех на своем канале Орхидея от Татьяны. Хочу вам сразу же похвастаться в свою групповую посадку. Я посадила две вариегатные орхидеечки и одну зебристую. И посмотрите, какая красота! Это никак не хотела выпускать ничего. И наконец-то она проснулась, спящая красавица. Это выпустила первая. Затем пошла расти вот эта орхидеечка. А затем начала расти и средняя. И посмотрите, какая прелесть у меня. Замечательный рост. Я их посадила в классическую систему, в кору, видите, и на фитильный полив. Я наливаю по краешку горшка сюда воды. И больше не поливаю. Так отодвигаю этикеточку. Вот сюда наливаю водички. Когда полностью заполнится. Видите, еще есть вода. Она уже позеленела. Так как горшок прозрачный. И на нее попадают лучи солнца. И вот фитилечек достает. И посмотрите, как красиво мои орхидеечки пошли в рост. Листики пыльные. Я боюсь их даже и мыть, и протирать. Я вот так щеточкой немножечко протруем листочки и все, потому что я этого загнивания страшно боюсь. Чуть что, влага попала. А это моя реанимашечка. Вот это я спасала столько времени. И у меня есть видео на канале. Посмотрите, как я ее спасала, как она бедненькая мучилась. Но она все-таки выжила. Может быть, еще будет у меня цвести. Цветоносик она пустила, но я его обломала случайно. И, ну ничего, почки там есть живые. Вот почечка живая с этой стороны. Но главное не то. Главное то, что она пустила листочек. Новенький, молоденький. Варигатность у нее какая хорошая. Сильно широкие полоски. Это хороший знак. А это немножко другая варигатная. Но цвет, по-моему, должен быть одинаковый. Ну, посмотрим. Как только зацветет, я вам сразу буду ее показывать, потому что я сама жду этого очень жду сильно. А сейчас вам покажу своих реанимашечек, немножко расскажу, как они себя чувствуют. Например, вот эта реанимашечка, она росла у меня в мху. Как только начал продвигаться рост листочка, я ее пересадила в классическую систему, немножко поставила пеностекла и коры добавила сверху. Кора сверху абсолютно сухая. Посмотрим, как она будет в таком, такой системе расти. Пока о ней ничего говорить нет, не могу, потому что новых новостей слишком много нет. Вот в таком горшочке она теперь растет. Листочек блестящий, красивый, молоденький растет. Продолжает свой рост. Видите, как он начал, блеск появился и резко растет. Она стоит у меня на мокрых пяточках. Внизу керамзит, чуть-чуть пеностекла и кора сухая, абсолютно сухая сверху. Это одна реанимашечка. Я ее на солнце не ставлю. Она у меня в таком состоянии. А вот вторую орхидейку я купила в прошлый раз вместе с той черной, которая растет в мхе, тоже реанимашечка. Я ее после того еще третий день сегодня не поливала. Цветоносик вот растет. Все у нее хорошо, замечательно. Пускай себе растет. Тоже на солнышко, на окно я ее не ставлю. Теперь эта орхидеечка, которой я корни мазала Максиму. Она у меня стоит такой в обрезанной бутылке, в красивой декоративной. И корней у нее абсолютно нет. Я наращиваю ей корневую. Тургор она не теряет. Она сказочная у меня, она не теряет дурку. Смотрите, Максимом я взяла просто шприцом и залила сверху вот эту часть, потому что, когда я намазывала палочкой, мне показалось мало. Я просто залила шприцом, Максимом полностью сверху. И так я ее ставила вверх тормашками и ждала, пока подсохнет этот шейка. Вроде бы у нее все хорошо. Посмотрите, к воде она не касается. Вот видите, здесь еще пробочка в серединке, чтобы она к воде вообще никак не попала. И вот так она стоит у меня в таком состоянии.
а вода внизу для того, чтобы была влажность воздуха. Здесь дырочки внизу. Смотрите, сколько много дырочек я поделала, чтобы к ней подходила влажность воздуха. И вот так она себе стоит замечательно. И все у нее хорошо. Вот орхидеечка, которую я посадила в мох, тоже просто. Видите, как она себя хорошо чувствует. На дне дырочек нет. Воды я сюда чуть-чуть налила. Видите, чуть-чуть мох влажный. А до середины, а здесь уже сухое идет в эту часть. А в этот горшочек двойной мне налила водички для испарения. Вот так она у меня стоит. И все у нее замечательно. Вот орхидеечка тоже сильно пропадала. Это деточка, я вам сейчас покажу. Я там уже уронила, вон землю рассыпала, сейчас буду убирать. Цветочек он перевернулся, видите, бегония. Красивая тоже, видите, какая она. Но она немножко перевернулась. Хочу про эту рассказать. Это у меня тургор вообще не набирала. Посмотрите, я ее посадила в перлит. В перлите росла таберни Монтана. Я у нее одолжила немножко перлита. И посмотрите, какие жесткие листья получились. Я ее один раз полила препаратом HB101. И посмотрите, мне так нравится. Это сказка. В перлите орхидеи просто оживают. Не знаю, многие мне пишут, что в перлите будут расти только воздушные корни. Ну, сейчас посмотрим, что у них будет расти. Этой орхидейке нравится все. Ей нравится в перлите. А вот у меня орхидейка раньше росла в перлите. Я хочу вам ее показать. И хочу, наверное, достать ее и посмотреть, какие там корни. Смотрите. Видите, какой растущий большой корешочек. У нее все нормально. Тургор отличный. Листики жесткие, я их тоже не мою. Протираю иногда щеточкой, но не мою, я не хочу ее потерять. Это черная орхидейка, видите, я подписала. Черная такая, как бабочка каменной розы. Еще чернее, каменная роза с прожилками, а это именно темная. Вот, и у нее такая неприятная новость, я никак не возьмусь решиться за вот это. Посмотрите, какая у нее напасть. Я уже насмотрелась, начиталась в форумах, наговорилась с девочками. Пришла к выводу, что надо срезать этот листочек. Потому что если эти поры откроются, это никому не нужно. Они разлетятся по всему дому на другие орхидейки. И все начнет грибковыми заболеваниями болеть. Вот смотрите. Одна уже созрела и вот побелела немного. Я сразу думала, это какие-то корешочки растут. Думаю, ничего себе, какой-то новый сорт орхидеи у меня. Класс! Пускай растут корешочки. А теперь я уверена уже на 100%. Видите, после вот этого, как оно открылось, ковырять их нельзя. Можно мазать зеленкой, максимум. Ну, я, наверное, рисковать не буду. У меня такая черная орхидейка одна. Это сортовичок. Посмотрите, какой он молодой листик пустила в рост. Если я потеряю этот листик, ну, так и будет уже. Ну, что ж сделаешь. Зато спасу и эту, и другие орхидейки. Вот я взяла ватные тампончики. И вот такое у меня лезвие. Сейчас протру его. А протру я его, знаете, чем? Спиртом. Так как это серьезное какое-то заболевание, не хочу я новых заболеваний, чтобы она подхватила у меня. Поэтому лезвие протру. Кончик лезвия. Хотя и новое поменяли. Но я протру спиртом хорошо. И будем срезать мою красавицу. Жалко мне этот листочек, но ничего не поделаешь. Лучше спасти орхидейку один раз, чем потом спасать все орхидейки. Вот так вот
приступим, с какой стороны к ней подойти. Ага. Вот по вот эту часть. Ну, уже будет некрасиво, но что сделаешь? Посмотрите, я ж так радовалась, думаю, ничего себе, я вот так срежу листочек, поставлю, и она корешками будет расти. Я думала, это новый вид какой-то орхидеи. Ну, зря, зря, зря. Но зато я спасла и другие свои орхидеи, видите? А край вот этого листочка, который я обрезала, дальше нету у нее ничего, видите? Чистенький он будет. Сейчас покажу. Этот сильно плотный тоже. Видите, он был поломанный. Я купила реанимашку, но она сильно была красивая. Я была вынуждена ее купить. Видите, он чистенький. Там нету никаких бугорочков. И этот лист пошел в рост. Корнишочки, корешочечки растут, раскуклившиеся. Все у них в порядке. А срез я обработаю перекисью водорода. Заливать я не буду. Пшикалки у меня нет, тоже перекись водорода. У меня была такая, как пшикала. Я вот на тампончик. Зеленкой тоже не буду, ничем, ни спиртом. Не хочу обжигать. Вот так приложу. Ваточка слишком мокрая. Так приложу. И все. Срез я обработала. Видите? И вот так я избавилась от распространения грибкового заболевания. Надеюсь, не будут мои орхидейки болеть грибковым заболеванием. Я хотела ее пересадить, показать вам корневую, но, наверное, не буду ее трогать, так как я ей так срезала все. Давайте это отложим на следующий раз. Я ее повредила, считайте, она сейчас будет заживлять эту раночку. Ну, так нигде больше этих нет. Я так осматривала, и ничего нет. Все в порядке. Вот. Листики у нее плотные, хорошие. Вот этот еще немножко тургор теряет, то опять набирает. И вот так она стоит в двойном горшочке. Я сюда наливаю водичку тоже для влаги. И она стоит у меня на вот этой полочке. Это у меня полочка для реанимашек. Вот эту кончик листика я выброшу. Я такого еще никогда не видела в своей жизни, что такое получается. Это первый раз, сколько я лет уже, лет 20, занимаюсь орхидеями, может и больше. Но такого я еще не видела. Ну ничего, все бывает когда-то в первый раз. Это я выброшу. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь вместе со мной на моем канале. Я буду вам рассказывать много интересного. Посмотрите, какая у меня чудесная фиалка расцвела. Большая, крупная. Посмотрите, какая она. Вот мой ноготь. Посмотрите, насколько она крупней. 6 сантиметров, наверное. Цветов море. А это вот какая. Тоже отцветает. Сказочно. Если интересно, про фиалки буду тоже рассказывать. У меня хороший есть опыт про фиалки. С них я начинала еще раньше, чем про орхидейки. А здесь мои стоят на окошечке орхидейки. Про них в следующий раз расскажу. Красавица Леодора пахнет мне каждое утро. Дендробиум цветет. Желтенькая сказочная орхидейка. Что-то я полюбила маленькие миниатюрные сказочные орхидейки. И сакура. Всем удачи, всем пока.